Глава Роспотребнадзора Анна Попова озвучила результаты исследований в одной из лабораторий экспериментальной вирусологии. Коронавирус ни в морской, ни в пресной воде не размножается, но вместе с тем может там сохраняться. Вирус моментально убивается кипячением, но для большого бассейна такой способ защиты, конечно, неприемлем. Впрочем, в чаше бассейна Бригантина применяются все необходимые средства. С начала июля бассейн работает по утвержденному в Московской области стандарту. Нами была проведена генеральная уборка бассейна. Были обработаны всеми составами, которыми необходимо, все поверхности. Заразиться или где-то – это только там, где можно, человек соприкасается с поверхностью. Раздевалки, полы. Вот. А в воде, конечно, этого нету. Сейчас занятия возобновляются, хотя, согласно тому же стандарту, ванной и бассейном могут заниматься одновременно 50% от состава групп. Ребята занимаются с особым усердием. И дети в первое время просто пытались опять вспомнить свои ощущения, что такое вода. Ну вот я вижу, с каким азартом они сейчас занимаются. То есть соскучились по воде? Очень сильно соскучились, мечтали выйти. Впрочем, главное – соревновательная практика. Это серьезная мотивация, особенно для начинающих спортсменов. Мы надеемся, что областная федерация в скором времени предоставит нам план, по которому мы будем работать, и при соответствующей эпидемиологической обстановке все соревнования, которые были перенесены, будут все-таки проведены до конца этого года. С 1 августа можно будет прийти и на зрительскую трибуну. Она вмещает 140 человек, и значит, половина от этого числа смогут поболеть за своих любимцев. Сергей Берзин, Константин Химичев, Первый Мытищинский.